Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую с села Татев. И мы сейчас прибыли на канатной дороге, которая внесена в Книгу рекордов Гиннесса, как самая большая и длинная. Мы прибыли к церкви Татев. И что вы думаете? Нас сразу же ждал такой теплый и вкусный сюрприз. Вот здесь давайте я покажу. Идите сюда. Вот здесь кормят, нас сразу угостили, вот в лаваше нам дали необыкновенно вкусное мясо, говядина разваристая, хашлама, это хашлама, вот мне подсказывают, называется, да, и очень вкусное армянское вино. Это вот такой вот день сегодня, 6 января 2017 года, день перед Рождеством, и вот так нам сегодня повезло. Люди здесь очень гостеприимные. Армяне, респект, молодец, молодцы, да. Нет, спасибо большое. Пат, ты будешь, не? Спасибо большое. Вкусно.